Татьяна. Я работаю аппаратчиком пастеризации на участке розлива и производства стерилизованного молока на самом крупном в Могилеве молочном предприятии. Мой рабочий день начинается с 8 утра. Перед тем, как прийти на работу, я должна пройти санпропускник, обработать руки, одеть спецодежду чистую, затем одеть средства индивидуальной защиты, маски, шапочку, перчатки. И далее я приступаю непосредственно к своей работе. В мои обязанности входит контроль качества. Основные – это температура охлаждения молока и температура стерилизации. Молоко поступает с резервуаров на основную установку стерилизационную, где происходят основные качества очистки, процессы. Температура охлаждения, температура стерилизации. Далее это сам сепаратор, гомогенизация и основная температура стерилизации. Я работаю на предприятии уже более 10 лет и ни о чем не жалею. В свое время меня пригласила подруга попробовать себя в этой должности в цехе детском питании. Моя работа мне очень нравится. Силами нашего коллектива создаются качественные и полезные продукты. Важной задачей на предприятии – это создание качественных продуктов. Коллектив у нас небольшой, сплоченный. Вместе мы отмечаем все праздники. Это День пищевой промышленности, Новый год, 8 марта. Перед началом розлива я должна проверить правильность маркировки и срок годности, и номер партии. Важность моей работы заключается в качестве продукции, которую мы производим для детей с 8 месяцев. Мне очень нравится моя работа, что я занимаюсь контролем качества продукции для самых маленьких белорусов, малышей с 8 месяцев. Я люблю свою работу за сплоченный коллектив, за атмосферу, которая царит у нас в цеху, за саморазвитие, за эмоции. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.